Çox hörmətli Diaspora Info saytının izləyiciləri, Krivoy Rog şəhərində sizi gənc bir soydaşımızla tanış eləmək istəyirik. Azərbaycanlı balasıdır Əli Əhmədov. 14 yaşlılar arasında dəfələrlə Krivoy Rog şəhərinin çempionu, Ukrayna çempionu və ən nəhayət Avropa çempionu olubdur. Şotakan, karateyə Şotakan da növü üzrə. İndi istəyirəm ki, Əli Əhmədovla oxucularımızı da yaxından tanış eləyək. Buyurun Əli Əhmədov, zəhmət olmasa özünüz haqqında bir neçə kəlmə deyərdiniz. Bu idmanla nə vaxtdan məşğul olmuşsunuz, necə olub ki, idmana gəlmişsiniz? Buyurun. Mən Əhmədov Əli Feyruzoğlu, 2004-cü ildə doğulmuşam və 2010-cu ildə mən birinci dəfə getmişəm karateyə. O vaxtdan mən məşğul eləyirəm, hər gün mən gedirəm trenirovkaya. Можете на русском говорить? Так с каких лет ты занимаешься спортом? С 2010 года я пошел первый раз на первую тренировку в 2010 году. А сколько раз был чемпионом Кировой Рог, районный? В городских соревнованиях мы выступаем, это у нас где-то 2-3 соревнования в год, на каждых мы выступаем, из каждого соревнования у нас несколько медалей, потому что есть там разные виды категории, это поединки, это кота, это поединок с тенью. Вот. И в разных категориях с одного соревнования можно вытянуть 3-4 первых места. Но у меня с городских соревнований больше 15 первых мест, с областных больше 15. На Украине нам уже Украина раз в году, я уже четвертый раз, 4 раза выступал на чемпионате Украины, в этом году буду пятый опять. И тоже выигрывал Украину. В 2016 году я поехал на чемпионат Европы в городе Черкассы в Украине. Тоже там победил. Мы готовились. Каждый день тренировка, подготовка проводит 5-6 месяцев. Это очень сложно. А готовишься, допустим, к чемпионату мира или там? Вот у нас сейчас 12 марта будет чемпионат Европы в Голландии. Это мои первые соревнования. В другой стране мы будем ехать 12 марта. Это чемпионат Европы, мы туда тоже готовимся, хотим поехать, мы уже решили, тоже будем готовиться. Дай Аллах, победим и эти соревнования. А потом чемпионат мира или этот вид спорта олимпийский или нет? В 2020 году этот вид спорта уже будет олимпийским, а и будем мы выступать уже. Да, будешь, ну, готовишься, да, к этому? Ну, конечно, да. Да. Ты вообще гражданин Украины или Азербайджан? По документам гражданин Украины. Гражданин Украины. Ну, когда чемпионом становишься, наверняка берешь наш флаг тоже, ну, конечно, украинским, да. Украинским флагом. Да. Хорошо, спасибо за интервью. Спасибо, что пришел. А что-нибудь хочешь отсюда родину передать? Я вот очень хотел бы в последнее время попасть в Азербайджан. Я последний раз был в 2012 году в Азербайджане. Сейчас очень хочу туда поехать, но, к сожалению, каждый месяц, каждый период на соревнования, подготовка не можно пропустить. Очень, очень хотелось бы поехать в Азербайджан. Я хочу летом, если получится, дай Аллах, поеду в Азербайджан. У меня там дядя, тетя, двоюродный брат, двоюродная сестра, там тоже семья. Давно их не видел. Где они живут в Азербайджане? Они живут в Линкоране. Село Хульмин, отсюда им большой привет. Амтар Бистада, всем привет огромный.